«Розовые розы» для Аниты Цой. Так певицу встречали в нашем городе. К гостинице «Словакия» подъехали двухэтажные автобусы, и первым на саратовской земле высадился балет Аниты Цой. Затем перед поклонниками и журналистами предстала и сама певица. Нас в предыдущем городе, в Волгограде, наши поклонники снабдили пирожками. И мы всю дорогу ели пирожки. Со сладким чаем. Саратов стал четвертым городом в туре Аниты Цой. Гастролировать по России с программой «Твоя А» она будет до мая месяца. Это рабочее путешествие. А в начале года она успела поездить по миру во время отпуска и покорила вершину Килиманджаро. Артистка жила в палатке и питалась национальными африканскими блюдами. На концерте в Саратове Анита собрала полный зал поклонников. Они пришли насладиться грандиозным зрелищем. Большой экран на сцене, по которому показывали клипы и яркое танцевальное шоу. Сама певица танцевала наравне со своим балетом и в прямом смысле блистала на сцене. Чем после концерта ее угостят саратовские поклонники, она наверняка расскажет в следующем городе своего тура. Станислав Ващенко, Алексей Чудин, новости, Телеобъектив.